Всем привет! Начинается чемпионат Испании, одним из последних среди топовых чемпионатов. По традиции посмотрим результаты, расписание лучших голядоров и посмотрим, кто набрал максимум в первом туре. Жирона сыграла с новичком Валядолида в ничью 0-0, но преимущество было полностью у жиронцев, чудом они не забили. Я рассказывал в прошлом выпуске, посвященному чемпионату Англии, что Жирона в товарищеской игре этим летом разбила Тоттенхэм 4-1. А вообще, клуб предсезонку провел плодотворно, в 7 матчах уступил лишь один раз. Жирона и Валядолид играли последний раз в 2017 во второй лиге еще, и тогда каждая команда выиграла на своем поле по 2-1. Следующий результат довольно неожиданный. Еврокубковый Бетис проиграл на своем поле Леванте. По итогам прошлого сезона, напомню, Бетис был 6-м, а Леванте 15-м. Дубль в матче сделал Жозе Моралес. Он был лучшим голидором клуба в прошлом сезоне. Забил он тогда 10 мячей. Впервые за 8 игр с учетом товарищеских уступает Бетис, а Леванте выигрывает свою четвертую игру к ряду. В прошлом чемпионате дважды выиграл Бетис с общим счетом 6-0. Еще одна ничья, она в игре Сельты и Эспаньола 1-1. Отметим, что все голы забил Эспаньол, один из которых сам себе. Неважно, Сельта провела предсезонку, в 5 играх ни разу не выиграла и не может выиграть уже 6-й матч. В то время как Эспаньол этой ничьей прерывает свою 9-матчевую выигрышную серию. В прошлом чемпионате тоже была ничья 2-2, а в первом круге выиграл Эспаньол 2-1. Вильяреал уже без Черышева проигрывает на своем поле Сосьедаду 2-1. Кстати, в Реал Сосьедад намеревались сначала продать Дениса, но оказалось в итоге он в Валенсии. Оба клуба играли до этого только товарищески и больше проигрывали и играли в ничью, чем выигрывали. В прошлом сезоне Вильяреал выиграл 4-2, а в другой игре выиграл Реал 3-0. Вот такие у них взаимоотношения. Свой первый матч провела Барса. Клуб лишь во втором тайме оформил первые 3 очка в новой премьере. Все 3 гола были забиты после перерыва. Дважды Месси и забил еще Каутиньо. Уже сообщается, что первый мяч Месси стал 600-м для Барсы в ее истории. Для сравнения, Реал забил на 41 мяч больше. Барса уже 10-й подряд сезон начинает с победы. Сейчас у них 3-матчевая выигрышная серия. Они, если кто не знает, открывали сезон матчем за Суперкубок, где выиграли у Севильи в Марокко 2-1. Испанская лига приняла решение некоторые центральные матчи проводить за пределами страны. В частности, они подписали контракт с компанией из США, и теперь некоторые матчи будут проходить именно там. Конечно, болельщики из Испании очень недовольны, но деньги тут все решают. 5-й к ряду очный матч у Алавеса выиграла уже Барса. Про клубный рейтинг у нас вышел новый выпуск. Узнайте, на каком месте ваш любимый клуб. Вот ссылка. Эйбар уступает на своем поле новичку Уэске. Галар еще в первом тайме показал, что его клуб серьезный, у него дубль. 2-1, 5 игр к ряду, Эйбар без побед. 4000 зрителей посетило игру. Севилья проверила еще одного новичка Примеры Вальекана. И так проверила, что те еле ноги унесли. 4-1. Андре Силва, арендованный у Милана, забивает 3 мяча. Он забивал совсем недавно другой команде из Примеры, Барсе, на международном кубке чемпионов. Он тогда еще играл в составе Милана. Севилья нашла хорошее усиление в лице португальца. Валикан уступает с учетом товарищеских в 4-й игре. Реал выиграл в стартовой игре у Хитафе на своем стадионе 2-0. Интересно посмотреть, чем удивит команда в новом сезоне. У них произошли кардинальные изменения, но мячи забивали Карвахаль и Бейл. Хитафе прерывает свою 8-матчевую беспроигрышную серию. В прошлом сезоне дважды выиграл Реал с общим счетом 5-2. Вот так, тихо, мирно, с голами, но без красных проходит первый тур. На понедельник ставят такие игры: Валенсия Атлетика и Бильбао Леганес. В четверг представитель от Испании Севилья играет в Лиге Европы 23 августа с Сигмой в Чехии. А вот расписание следующего тура. Он растянут на 4 дня и вновь на понедельник ставят 2 игры. Итак, 24-го Хитафе Эйбар, Леганес Реал Сосьедад. 25-го Алавес Бетис, Атлетика Райо Вальекано, Валядолид Барса. 26-го Эспаньол Валенсия, Севилья Вильяреал, Жирона Реал Мадрид. 27-го Леванте Сельта и Атлетик Бильбао Уэска. Список лучших голядоров. Андре Силва, как мы сказали, забил 3 мяча. У Месси и Моралеса по 2, у остальных пока по 1. А теперь таблица. Севилья, Барса, Леванте, Реал, Уэска и Реал Сосьедад набрали максимум по 3 очка. Сельта, Испаньол, Жирона, Валядолид по 1 очку. У остальных пока нет очков. Поздравляю со стартом сезона. Все рекомендованные видео вот уже появляются. И тут самое новое про Лигу Чемпионов и Лигу Европы. Узнайте, какие шансы у команд попасть в группу. А также тут и рейтинги. Оцените этот выпуск. Услышимся.